Заман Хайрл, СНГРТ каналында хабарлар. Студияда Чалышер Татьяна Ставилова. Иректен баш темалар. Европа инвестиция банка верячек Молдова 100 миллион евро йолларын дюзілмесіне. Комрад Касабасының ярдыжылық еве каблетті ені техникай. 33-й жылыны кенді құрылмасындан нышанырлар бүйін Комрад телевизионын күрджулары. Европа инвестиция банка верячек Молдова дюлесіне 100 миллион евро. Бу карар кабледелді Молдова парламентның отырушында паралар верячекләр йолларын дюзілмесіне. Анна Дер бізім корреспондентымыз. 2013 йылда Молдовада имзалады Европадакы инвестиция банкынынын анашмайы. Ангысына гюря варнасыл олачек алма та кредит парасыны. Сайда 100 миллион евро. Анашмаклара гюря финанслар харджанычыклар чекендилмиш проектлеря гюря милет юлларын япылмаларында, хемда дюзилмелеринда. Лавгидер біля юллары чин ниджа Р-34 хынчешты Лёва Кагул Джурджулешты, Кантимир Кагул, М-Юч Кишинёв Комрад Джурджулешты, сыныр Румынилян, хемда долайламак йолу ичин чимешлияда. Та паралар проектын финансламасы ичин лязы молдулар ойузиря, ани юйсилдилар паалар дюзмяк материалларына. Икинчи хем үчүнчү секцияларында биз чиндян сөре имзаладык анашмайы. Анашмая гюря саи курер 150 миллион. Бизде вар пара. Гелян илда дюзүлечек икинчи хем үчүнчү сектор. Дөрдүнчү, бешинчи хем алтынчы сектор үчүн биз данышмайы бердик. Европа Бирлиги беречек бизде грант гибе, ки техника экономика документлерине хазырлама. Экономика бюджет хемда финанс комиссиянын докладында хабарлинди ани кредит парасы чевирилечек 20 парчайлан. Хербир сайы курер 4 миллион евро. Бу финанслар лазымны кийлердетме ишлери. Онар кедежиклер йолларын дюзелмесине, консультация ярдымына хем техника контроль этмеклерине. Реабилитария друмлор национали, престария сервичилор де консультанция ши де супервизария техника лукрерилор. Кими депутатларын бакышларына гюря йоларын япылмалары лязым калсынар приоритет гибенеченке трассалар сэлэр юнимли фактор. Миракландырма дейни туристлери хем инвестициялары. Та элери хүкімет кайы олду параларын зедилмесіне йоларын япылмалары хем дюзілмелер ічін. 2022 йылда Молдова девлетінда енидан япылы 300 километра йол, онарын ічіндан 248 километра диш инвестиция. Целар гюря хеп юля япылды 43,1 ени йол. Ама йол фондун ярдымынын дюзүлду 508,6 километра йол хем 4 көпрю. Ирина Караман, Федор Чакуста, Артем Топал, ГРТ хабарлар. Бүйін Кыраны Энерби 9-нда хүкіметін япысында бір ара вақыда шафқылары сүндірділер. Бұ тақым көстеріп кейінде жан ажысыны Украина олайларына. Бұның үшін хабарлады премьер-министр Наталья Гаврилица. Урғылады әне дженгін петеріне Украина халқы суықта хем қаранлықта бұлыныр. Гаврилица данышты башқа девлет құрымнары да саат 6-да авшамісті қатылсынар бұ акция. Гечан афта бір саат Украина үшін акциясы гейчті дүненің чүйі девлетлерінде бір саада құрымнар шафқылары сүндірділер. Кумрат ярдыжылык еви яни техника экаблетти. Топрактан ишлери пишірмяк ічін собы, чөлмек текерля хемики кондиционер. Техника сатын алды Кумрат Дулай администрациясы Глобал экономика фондун проектіне гөре. 2022 йылда Харман айында Кумрат Дулай администрациясы пай алды Глобал экономика фондун проектинде. Милләтләр Бирлиги курумун ярдымынан казанды грант 50 бин доллар. Финанслар верилди пластик ден экология материалларына гечмя проекте гюре. Біз катылдык бір проектнан. Дүния экология проектлары Организация Объединенных Наций бірді ярдымжы болды. Біз қатылдық общественная организация Вестайның бары бар. Бізде бұл проекті біз тарадық 50 бин доллар, 1 миллион ле яқын. Да, бұл проект бізде инже апма өләне, кечме пластик бізде бар. Чок СБДР, САТРС гүбірлерінен пластиковый отходы, да?
Biz düşünüyoruz onları hepsini toplama da gömmeme atayarlı açan onları mısara svalkalara yavaş yavaş atılma, bırakılma, plastikten de geçme, ekolojiski tapak basuda, demek çölmekler yapma, izgilini yapma, küp yapma, türlü çaşkala, çini, çanak türlü işler. Ve biz bu proyekti taradık. Да, без шиндия кадар, артык те августан шиндия дак, без артык алдык вер грузовик Мерседес. Аңсы ташыйжек бу контейнерлары пластикнын. Заказывать эти контейнеры топламадин пластиклер, комраттайым Кирсовда, чекетмесинде. Бир пресс алыер шини, аңгыла прессовать эжек, да йолыжек сатыжыкла, без Ütədor satıcıqlar, primariya biz düşünəyəs vermək üçün bugünlərdə bu maşınayı Mercedes-ı. Hem de pres üçün gəliyə. Hepsi cəni bunları veririz konteynerlə MPJKH. Municipalnə предприятие жилищно-коммунальное хозяйство. Onlar işləyəcəklər, orada açılacaq рабочие места. Vaditel olacaq, hangisi işləyəcək bu gruzoviklərin olacaq. İnsan kimani presovat edəcək, hangilər geçirəcəklər plastikləri. Проекта Гюря автономия куветлерин финанс ярдымы курду 25%. Исполкомда вар билесин зане фонд контрибуции. Орадан без бу проекта верилди бизе 238 бин контрибуция. Ачам бүтүн проект 1 миллион, бардан Гагаузиядан 25% верилди контрибуция. То есть бизим да вар орда участие. Эрбер проект, предполагаздяне, долевое участие лям олсун, Bizden de kim hani biz yazdık projekte de ileri doğru biz şimdi adakte bizim spesyalistler gezdiler köylerde na zasedaniyah sovetu anlattılar bu projekt için hani ileri doğru da orada da toplasınlar uşaklar da bilsin bunu hepsi büyükler de bilsin ne bu hani böyle lazım olsun bizde orada var da ileri doğru alma fidan dikme musarı svalkalarda beyaz paklama Hani olsun da apak onlar da yavaş yavaş insanları üretme, bu ekoloji tarafından da apaklık olsun. Çöz medeni ekolojiye problemlerini Kumra Dolay Administrasyası kabiliyeti kararı yapma ekoloji tarafından pakmalları, anglarını yemekte, hemiçmekte insanlar kullanırlar. Bununla zanatlanırlar yaradıcılık yevi zanat şkolasında. Pelna peç na 70 litre, 70 litre orada. Ну, довольно бюджерек, орда оно коярло сделали, не поевшекла, да курудело оно орда. Да он дан сорочка готовый продукт. И таким образом, без юридия сушекла, значит, имя олсун занаты, ремесло. Им да юридия с нинджа гечме пак посуда и на нинчме сую, имя бер имек, да санемани бутын дюня япма вайда бундан. О, Sanıyorum hani çok iyi bir proyekt. İleri doğru biz düşünüyoruz da köylerde, öbür köylerde de yapma böyle konteynerlerde atmayın toplasınlar orayı bu plastik odakodu. Ну и daha bir proyekt istediğini biz yazma hani toplama ayrı şişeleri. Bizde bak hepsini bireriz bu diye. Açan gideriz dış yurtuna, za granicu. Orada biz görüyoruz hani konteynerler duruyorla üç yanlışlık birine toplayla plastik, birine şişey, birine toplayla başka türlü gübirler. Onun için biz de düşünüyoruz hani burada kasabadan çekittirme şişeleri de ayrı toplama. Da yavaş yavaş ben sanıyorum hani kültürayı bu taraftan biz isteyeceğiz doğrultma bu yola. Topraktan işleri pişirmek için su, bahim, çürmek, tekerle çoktan lazımdı zanat şkolasına. Nışınadı yaradıcılık yevi öndercisi Мария Милкан. Так получилось, Иван Петрович об этом уже говорил, что общественная организация, которая там работала совместно с нами, они забрали муфельную печь и забрали гончарный круг, и мы остались без вот этого всего. Детей надо обучать, дети хотят этим заниматься, особенно летом, это очень потребно. Зимой как-то дети больше хотят танцевать, там петь, все, но летом очень хотят этим заниматься, и родители с удовольствием отдают детей, чтобы они
чему-то учились делать своими руками. Ени ила карши кумра дула администрация сыкаблетти карары башлама ярадычылык евиня ики кондиционер. Техника сатын алынды бюджет финансларына. Ярадычылык евинде бүгүнкү гүнө үйренер 700 ушак. Татьяна Ставилова, Мария Статова, Федор Чакуста, Мария Казаку, ГРТ, Хабердар. Казая кюньклисисе каблетси лязны ярдымы аннадыр, бизим корреспондентымыз Олег Дулогла. Лязымлы башыш зор вакытта Казая кюньклисесіне Түркия девлетінден алынды да кетерілді Молдова парламентінің депутатын айлесінден Иванна Ивановна Көксал. Чықты өлі кишілі, аңсына хер керет, қашы чықы бізе. О, бізім Иванна Иван, хемді Адамон Рафет келді қашы бізе бұ зорлықта. Hepsiz bilesiniz hani bu vakitte, bu zor vakitte sıcaklan kilise içinde pek zor. Hepsi kalktı pahalıya, gaz pahalıya. Da öyle geldik vakitler hani sıra geldi. Paprasit etme Ivan Ivan'ın adamından hani kilisine karşı. Ona herkes gelirdi karşı, nice işçilerle bize yardım ettiler. Nice başka işlerle yardım ettiler. Herkes geldi karşı, geldiler karşı. Yine şükür edeyim onlara. Yeni yılın yaklaşar vakıdı o iyi işlerin zamanı. Cadı kasabasından kriz grup kampanyası bu güzel işe iyi başışa katıldı. Kampanya parasız getirdi Katyolu kiliseye dini İstanbul'dan Kazaya köyünden. Şimdi büyük kabletik o Katyolu. Bu Katyolu buldular, aldılar, insanına yolladılar, Rastamoşka'da hepsini yaptılar. Hepsi bu paralarını gitti, onunla gittiler onların semyesinin bücretinden. İsteyim söyleme hani. Yeni yıla karşı bu bize bir büyük yardım. Bizim köye dini, kiliseye dini. Katyoldan kayrı Kazaya köyüne dini alındı da getirildi. Mramor angıları koyulacak kilisenin içinde. Alek Dologla, Leonid Ahvanos, GRT haberler. Kendi yurtusunu büyün nişanırlar Kumra televizyonasının çalışanları nece okuruldu? Üğrendi bizim korespondentimiz Tatiana Dobrova. 33 yıl geri dekabrın 29'unda kuruldu Komrat Televizyonu, kasabanın yaşayanları seyrederler büyük meraklıkla haberleri. Onun çeketmesi 3 kişidendi, kurucudan, operatordan hem diktordan. Onlar için söylenildi 90'cı yıllarda. İlk yayınların çıkmasından sonra televizyonun yöndürcileri kararladılar genişletme, yaradıcılık hem teknik bölümlerini. Büyük kolektif için lazımdı büyük studiya Komrat'daki Raispolkom'un yöndürcisi Viktor Volkov'la verildi o da studiya için. Zordu ama hepsinde vardı Вернет, чалыштырма комратта телевизион ишине. Geçip yıllar İlya Anastasov Annader nice bu çeketti. Söyler hani salt inanç hem istemek ona yardımcı oldular. Yasaplı götürüp kendi işini, onun olduk olayı toplama, insan, aparatura, hem iyi urda profesyonel götürme zahmeti. O güzel hem çorbacı gibi kullanardı her bir instrumentini, mikrofonu, kamerayı. Начинание было такое, что я входил в клуб ГГУ «Скалкы» и... Я видел проблему, что нужно телевидение, иначе без телевидения не будет голоса, зрения и ушей, как говорится, у автономии. Ну, тогда вообще республика даже называлась, да. И я встал и выступил, и сказал, что я даю слово, что я возьмусь и сделаю телевидение, которое будет там камрадским, а потом в дальнейшем, как бы, в общем, гагаузское телевидение сделаю. И там как-то так посмотрели... Некоторые озабочены, потому что на самом деле это был больной вопрос тогда и было очень нужно. А некоторые просто улыбнулись. İş genişlenerdi hem kavileşerdi yardımcı olardılar hepsi. Yerindeki kuvvetler finansla, gazeteler informasyonla, yerindeki yaşananlar iyi lafla. İsteyim söyleme, hani büyün lazım söyleme büyük laf ilerliçe. Hani ondan çiketti. Olmadı ilişe. Olmayacağız. Bugün bizde ne var, bugün de nerede biz bulmuyoruz. Bizler evet. Pek çok savaştı, gece de, gündüz de. Gitti Amerika, geldik Amerika'dan. Gösterdin aşağı almış. Kutluyorum bugün bu yeni yılla. Da, onun için de ben pek severim onu. Bile bizim aramızdan yaşayan anlaşmak var. Bizimce kardeşler, bizler onu yaptı. Hepsi bunu yoktunca yapsın.
90-й ларда ачан хепси да аларды бзим касаба курарды телевидении. Чок кувейт комрад телевизиону илерлетмя яратма курунда койду Анна Харламенко дудогла. Вакыдын сюресинда обер кючук коллективден курду бюк. Бүнкү гүн ГРТ компаниянын илерлетмесинда вар ики анылмыш адам Илья Анастасов, комрад телевизионун куруучусу, эм Вадим Анастасов жумна компаниянын үндөрчүсү. Для меня это, во-первых, большая гордость, потому что мой дядя был основателем телевидения в нашей Гагаузии. Для меня это большую роль играет. Я, конечно, также хочу внести определенный вклад в развитие компании. Так как я молодой человек, хотел бы новые взгляды, новые вещи внести в компанию, чтобы компания жила и, соответственно, развивалась, для того, чтобы придут после нас следующие и могли также продолжить развитие компании, чтобы она жила. Телерадио компаниясы бүгүн экинчи жумня компаниясы Молдовада, аңгысы яйыннер бүтүн девлетай. Эпси бундары баашыладылар Илк Комрад телевизионун ишчилери аңгыларына энтузиазм ярдымиде. Бунуннан ходуланырлар ГРТ компаниян журналистлери да. Бүгүн алелем ГГУС телевидениясы олмыжиде у форматтайымда ишленмежиде өлө, ер олмады ойын сынар, ким баштан дурардылар Комрад телевидениянын чалышмасында. Брегерер. Валентин Даниловна Короляк, Брегерер, Наталья Железова, Мария Казаку, Алексей Герчо, Юрий Александрович Глеков, Татьяна Доброва. Буинсонар та баштан джебенгельдин телевидения. Юрник Банадин, хемда бюк сайгылан, бюк сивин меликленджанында дуермани. Буинсонарлан омз-омз айшлемя. Бубершанс, ангсы, верер. Та илин иши гетурме, чунки вар кеме данышма бернаса ачин, вар кемден сурма бер лафы, кеме сей сергенме, инсан аңгысы сивер кенде ишин. Хер берне, ким дурарды комрад телевидениянын башында, ким бүнкү күндө компанияда чалышыр, бүк сайгыларлан, бүк сивинме эликленистем сүйлөмөне, ики бен сизди таанымышым, ики сиз да бен менен даясыңыз бул чалышма кишеринде, кемда сизге саалык, сабырлык, айлеңизде услуулук, хем да вы ичин эки ай севесиңиз, сол кадар бул севгиде жашооңузда таалерияды көтүрөсүңүз, хем да биз менен бизде болосуңуз, йортуңуз куттуу жа болсун. Татьяна Доброва, Федор Чакуста, Алексей Герчу, ГРТ Хаберлер. Аудиовизуал советы жазалады ГРТ жумня компаниясынын Гагауз телевизионуну ой үзүрө аны ой саба алмады аудиовизуал кодексинин 4-нчү статьясынын 7-нчи пунктуну коюп 11-ле жаза масс-медиа курумдары лазым япсынар бүтүнне программаларын 24%-ине девлет делинде. Гагауз Түркү Жуйкасы Алиса Железогла яңы түркү альбомун чыгарды. Узун Керван топлумуна 13 түркү гагауз һәм рус тилдеринде кирделер. Анна Дер, Светлана Димитрогла. Узун Керван яңы альбомуна Алиса Железогла битки ларда чыккан түркүлөрүн каплады. 13 яратма түркүчүнүн Халис яшамасына ачыклыйарлар. Оңорда Алисанын кечмиши һәм бүгүнкү ярдыжылык һәм яшамак жолу. Диск называется «Узун Керван», в переводе это «Долгий караван», так как диск, в этом диске песни собраны за последние 10 лет. Это был очень такой долгий путь, сложный, но все-таки счастливый, и поэтому от того, что очень длинный был и долгий этот путь, как пока собирала по каждой песенке, и поэтому и название соответствует этому пути. Түркүчүнүн яратмаларында айына ачык 10 жылдык яшамасы көстөрүлөт. Кенде түркүлөрүндө Алиса кеничтен севгисине, айлесине, севгилисине, ватанына чалдырыр. Под конец уходящего года в моей жизни произошло очень яркое долгожданное событие – выпуск второго альбома «Узун Керван». В этом альбоме песни на разную тематику. Основная, конечно же, тема – это любовь, потому что это самое яркое, самое прекрасное чувство на земле. Но здесь любовь идет и к родине, и к родителям, и к праздникам, к Новому году, к нашему народу, к нашей гагаузской песне. Альбом получился такой разнообразный.
Есть песни на русском языке, есть песни на гагаузском языке. Также есть лирические песни, есть песня о рождении семьи, есть песня про Новый год на гагаузском языке. Синсис Кайбеледжем, Нимайохем, Бубам Туркулерный альбом дан Шансура Клипларч Паралда. Песня Бубам про своего отца. Очень близка песня «День рождения нашей семьи». Это новый этап в моей жизни. Это рождение новой семьи. И, конечно же, песня «Ватаным» – это песня про нашу родину, про наш край, про мой любимый край. Я здесь родилась, я здесь живу, и надеюсь, что так будет и дальше. Түркүджүк өшүкүре дерхепсине кем узун заманда ярдым этти хем туттурду ону. Ени альбомуну Алеся Железогла ниетли концертлан ени ылда танытма. Это будет живой звук, это будут танцоры, это будут музыканты. Идет уже подготовка над этим концертом. Также есть уже песни, новые песни, которые начнут выходить с января месяца. Песни на русском языке и на гагаузском языке. Опять же, съемки клипа, потому что клип более выражает песню, показывает ее. И для артиста это такой вот шажочек вперед, показать профессионально, подойти к песне и показать не только саму песню, но и съемки клипа. Хабарлерин сонунда хава дурумы. Кыраанын 30-нда Гагаузияда бекленлер булутлуу хава. Хава немне курачак 78%. Атмосфера баскысы 762 мм шифа дирийне гюря. Лёзгар пыраз баты тарапындан 2-3 метр секунда эсежек. Хава температурасы кумратта гүндүз курачак 5 градус жак, гэжа 1 градус аяз. Чадырда гүндүз 5 градус жак, гэжа 1 градус аяз. Валканешка сабасында гүндүз 5 градус жак болачак, гэжа 2 градус аяз. Böyle gördüler bugünkü günü GRT kanalın korespondentleri Kalın Sağlıcaklan, Himsadice iyi günler size.